Всем привет! Сегодня я приехал ночевать на Тракстап пораньше. И есть время для вас снять, что находится внутри. Вот, этот Тракстап называется... Вообще, это туристический, как бы, центр для путешественников. Вот я нахожусь в городок, называется Мориарти. Тракстап ETA, это, получается, Travel Center of America. То есть, путешествующий... центр для путешественников Америки. Поэтому сейчас я вот думаю снять, что находится внутри, и показать вам, что здесь есть. Я, может быть, не очень буду быстро, но не очень медленно, но вот смотрите, здесь можно отпустить почту. Здесь вы можете снять деньги в банкомат. Потом можно пойти сюда. Здесь вы можете как бы покушать. Вот. Тут, здесь можете купить пиццу, Бургер Кинг. Моя жена говорит, что это похоже на детский садик, потому что смотрите, какие здесь маленькие столики и стульки. И все это очень интересно. Значит, туда дальше находится часть, которая предназначена для водителей. Ну, для трактористов и для обычных водителей. Там можно купить все, что нужно для твоей машины. Вот. Здесь ты можешь купить все, что нужно для твоего желудка. Но это еще не все. Смотрите, значит, там туалеты и души. А здесь еще есть ресторан. Этот ресторан имеет, кстати, буфет, который имеет всякие овощи, салатики. Вот сейчас вам немножко покажу. Если вас не устраивает буфет, который стоит около $12, вы можете отдельно заказать из ресторана себе еду. Вот. Ну, он стоит, да, вот такой вот еда. Такие буфеты есть только на тейках. Вот, поэтому там вот второй зал еще. Оно довольно удобно, но мне не нравится качество здесь пищи из этого буфета. Ну, из ресторана можно покупать, но это будет, конечно, дороже. Так, сори, я болтаю телефоном. Так, что дальше? Дальше, на этом тракстапе, на этом центре для путешественников вы можете сходить в душ. Сейчас пойду покажу, где душ. Душ стоит $13. Вы можете его заплатить, либо можете накопить поинты. Поинты идут вам от того, что вы заправляетесь. То есть, чем больше вы заправляете топливо, тем больше получаете поинтов, и тем больше шансов у вас получить душ. Например, для тракистов ты должен заправить как минимум 50 галлонов, чтобы у тебя был душ. Вот. Но я за раз заправляю где-то около 130 галлонов. То есть постоянно, всегда, любая заправка, я получаю душ. Видите, здесь есть душики. Вот. Также здесь есть комната, где вы можете постирать свою одежду. А здесь мой комедий. Вот. Здесь весы, потом можете немножко потратить свое время, чтобы сделать себе какую-то игру, убить время и свои деньги. Вот, вытащить игрушку свою, если получится. Окей. Итак, сейчас я вам покажу, что здесь есть для того, что вы можете купить в дороге, что вам может понадобиться. Тут как бы разделено на две части. Первая часть, соответственно, всякие сувениры. Видите, тут кружечки, стаканчики всякие. А вот вторая часть уже предназначена для автомобилистов. Это не только для тракистов, но и для любых. Тут вы можете купить масло для машины, антифриз. А потом заправить кондиционер, присадки для моторов, вонючки. Небольшой инструмент. Ну, здесь плохой выбор очень инструмента. Обычно, ну... побольше, тут практически инструмента нету. Вот здесь всякие чистящие принадлежности. Здесь всякие еще прибамбасы, есть плиточку, можете купить кофеварку там себе. Вот здесь электроника, рации, GPS-ы. Ну, я так, бегом-бегом. Здесь тоже еще приспособления всякие разные для крепежа груза. Подушки, одеяло, можете купить даже
Здесь вот, кстати, малый выбор, но есть, даже можно купить белье. Кстати, зарядки для телефонов здесь есть. Перчатки, батарейки, все, что вы можете здесь себе найти. Так, вторая часть состоит из еды и напитков. То есть вы можете себе купить минимальную еду, минимальный напиток и кое-что из медицины здесь есть. Ну, такое необходимое, лейкопластырь там. Вот, то есть напитки, даже пиво здесь есть. Энерджайзеры, напитки, чипсы, куда без них. Потом сушеное вот всякое мясо в таких вот галочках. Дальше можете съесть сосиску поджаренную. Здесь кое-что готовое уже есть иногда. Они делают там бутерброды или еще что-то упаковывают, продают. Но мало где. Кофемашины, кофе здесь, напитки разные есть, какао, горячий шоколад. Здесь отдельно лежит разные добавки для улучшения вкуса, цвета и аромата. Там кофе, всякие, как оно называется, кофе-кример. Это значит, там сливки какие-то, ну, естественно, все синтетическое. Здесь еще отдельный автомат, тоже уже с жидкостями. То есть можешь взять пакетик такой, можешь взять себе и налить вот из этого автомата. Так, тут еще разные есть. Вот, видите, сахар стоит, кремеры, подсластители. Капец. И внизу straws, это трубочки, попкорн. Так, мороженое. Ну, такое, в общем, такой вот тракстап. Ну, вот здесь вот, видите, что-то есть. Даже можете купить себе сланцы, мало ли куда надо, машинку для бритья, тайленол и прочую бодягу. Ну, надеюсь, теперь у вас уже есть представление, что можно купить на тракстапах. А также, естественно, здесь есть заправки как для обычных машин, так и для траков. Ну, для траков заправка с другой стороны. Я уже не пойду ее показывать, потому что там шумно. Вот уже вечер. Это я сейчас нахожусь в Нью-Мексико. Вот, сразу приношу извинения, что болтаю телефоном и иногда даже не смотрю, что попадает в кадр. Ну, вот как-то так вот все на ходу. Понимаете, вот так вот. Хотя, конечно, иногда сам пересматриваю видео, очень интересно посмотреть. Значит, здесь напротив тракстапа этого... Вообще, это не совсем правильно говорить, что это тракстап. Тракстап — это тракисты придумали название того места, где ты можешь приехать и переночевать. Но на самом деле это Travel Center of America. Это центр для путешествующих. Американский центр... Ну, как бы центр Америки для путешествующих. Вот. Ну, дословно, как бы так кривовато получается перевод. Поэтому здесь он один не стоит. Обычно такие центры стоят и напротив есть мотели. Вот видите, там Супер 8, потом вот еще один, там еще один, заправки. То есть как бы островок жизни в пустыне. Ну и плюс вот этот центр для путешественников. Я считаю, это очень удобно, потому что ты когда едешь, ты всегда можешь найти пристанище, где-то вот постоять. Вот видите, вот простейший пример баранов. Когда нормальные люди стали вот один рядышком с другим, тот стал криво. Соответственно, он это место не занял, и там кому-то будет мешать. Я стал там между деревьев. Там такая есть площадочка. Оно кажется, что ты становишься криво. На самом деле, так, там, ну, очень даже нормально. Но там еще просто колдобины, и вот как раз между колдобинами там самое место заехать. А этот чувак, он вообще просто, я не знаю, ему просто насрать других людей. Ну, я так считаю. Вот, потому что, когда, например, я даже встал, может быть, и не сильно ровно, но я встал с краю, то есть, пожалуйста, вот еще за мной можно встать, передо мной, сбоку, например, проезд, все. Ну, обычно никто уже там со мной не будет становиться, я потому так и встал специально, чтобы
стоять в одиночестве. Потому что траки в основном стоят все вот так вот плотненько. Они шумят все, тарахтят. Сейчас жарко, у них кондиционеры работают. И я люблю спать в тишине. Поэтому для меня я стараюсь искать себе отдельные такие местечки. Вот. В Калифорнию я езжу уже очень давно по этой дороге, поэтому я уже тут почти все местечки знаю. Все, кстати, там одно местечко есть, там можно между отелей заехать. Там тоже можно притулиться, но если пару штук траков заедет, уже тесновато. Очень распространено, видите, fireworks. Вот эти вот фейерверки, не знаю, куда люди их пускают. Но частенько я вот вижу рекламу, особенно здесь, в Нью-Мексико, стоят. Ну, продают. Наверное, принято здесь пускать фейерверки. Вот, ребятки, ну, на этом все. Экскурсия по Тракстапу закончена. Вот если вот кажется, что что-то я не досмотрел и не дорассказал, то, пожалуйста, напишите мне, постараюсь снять в следующий раз вам еще, потому что каждый день я на них бываю. Всем пока!